Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. Мы продолжаем играть в игру Empire Warriors. Так, у нас шестой день, я забираю 180 самоцветов. Отлично. Так, что у нас тут по кристаллам собрать? Сколько? 10? Ладно, забираем. 11, да? Отлично. Так, смотрим в магазине, что у нас тут какие-нибудь... А, ну, понятно, рунные камни. Я могу, ребята, открыть, кстати, сундучок вот этот вот. Гарантирует трехзвездочную руну. Ну давай. Сумка заполнена. Вы хотите потратить? Да, ребята, я хочу потратить. Пускай у меня инвентарь будет большой. А я хочу посмотреть, что нам выпадет здесь. Ай-яй-яй-яй-яй. Паршивенько на самом деле. Паршивенько, ребята. Ну и бесплатный. Заберем тогда с вами сундучок. Ну, конечно, тут только такая вот руна. Но не забывайте, ребята, их можно объединять. То есть... Например, однозвездочные соединяешь, получаешь двухзвездочные, ну и так далее. Так, что у нас тут по фестивалю? У меня, подожди-ка секунду, получаем роллы, я не знаю, что такое. Так, и все, что ли? Блин, где фонарики, ребят, взять? Я не пойму, где взять фонарики, а? Мне нужны эти фонарики чертовы. Я не знаю, где они, как их добывать. Так, ну что? Мы с вами остановились на 11-й миссии. И я думаю, что пора продолжать. Будьте осторожны, мы подошли к Штормвинду. Здесь находится логово свирепых ледяных троллей, которые нападают на всех, кто осмелится ступить на их территорию. Конфликт с троллями нам уж точно сейчас не нужен. И я полностью согласен, что он нам не нужен, но извините меня. Мы идем своей дорожкой, если наш путь проложен через их территорию, мы ничего с этим поделать не сможем. Так, я вижу, ребята, у нас здесь один единственный пункт назначения. Две дороги. Довольно неплохая такая карта. Знаете мне, чем эта местность напоминает? Король Лич, вот трон. Да, что-то немножко не туда заехал. Но все равно, ребята, вот напоминает мне почему-то вот этот пейзаж, да? Вечно вот этот вот вечный лед. Король Лич восседает на этом троне где-то там высоко в горах. Так, ну что, выставляем вот сюда. Не, давай-ка мы, наверное, ее вот сюда поставим, да? Лучницу я поставлю вот сюда. А этого бродягу можно, в принципе, вот сюда влепить. Ну что же, давайте, наверное, сделаем так. Казарма у меня будет вот здесь находиться. Это первая казарма. Сюда я поставлю вторую. Вот таким вот образом у нас все это будет происходить. Сюда я поставлю лучников. Сюда лучников. Сюда поставим лучников. Отлично. Вот сюда я поставлю голема. Второго, наверное... Нет, поставлю сюда мага. Так, замечательно. Тут бараны борются. Так, давай, наверное, сразу же прокачаем немножко своих воинов. Буквально чуть-чуть. Так, драгунов. Ладно, сделаем драгунами их. А сюда, наверное, не хватит, да? Ну и поехали. Первая волна, ребят. Первая волна. Так. Эловин, нормально, пока их будет тут чикрыжить. Ну, Джейв тоже. Кстати, что это такое у нас, ребята? Ледяной тролль-сокрушитель. Ледяные тролли — кузены великого тролля. Остерегать их силы и способности замораживать врагов. Так, кузен тролля может замораживать противников. Высокая выносливость. А где он такой? А, вот он. Так, Джейв, мне кажется, тебе надо... блин, я не знаю, что ему надо. Мне надо прокачивать големов. Оу, смотри, как она их валит. А, они замораживать могут, понял. Так, секундочку, секундочку. 200 нам нужно, да, для того, чтобы... Эй! Парень, ты... Далеко собрался-то, я что-то не понял. Так, нет, так дело не пойдет, ребят. Так дело не пойдет. Хорош, надо и прокачивать их. Давай вот так вот. Да убийц. Так, тут у нас все хорошо под контролем. Так, тут пока все отлично. Да, таким макаром ребята нас могут сейчас обставить. Джейф, а где у меня Джейф? Где Джейф у меня находится? Пускай он сюда идет. Да, пускай он вот здесь вот будет драться. Нам нужно прокачивать всех. Может быть, я, конечно, зря делаю и то, и все. Надо что-то одно брать и прокачивать. Но, ребята, мне нужно и там, и сям. Вот маг мне, например, нужен по прокачке. Давай вот сюда вот поставим. Интересно, а вот это вот что такое? Это я могу вот, например... Оу!
Я не знал, что если я нажимаю вот на этот кристалл, то враг замораживается. Это круто. Ну, давайте, что вы стоите-то? Бомбите. О, Джейв там норму так зажигает. Так, големчик. Давай, наверное... А, тут нужно 210. Мага, давай мага будем прокачивать. Мне нужен, скорее всего, здесь ледяной маг. Так, следующая волна. Пускай выходит. Пускай идет следующая волна. Значит, будем знать, что вот эти вот кристаллы, если кликаешь, они дают заморозку. Погоди-ка, а где... А, завали! Так, погоди. Погоди. Так, драгуны. Так, давай-ка мы, наверное, лу... Нет. Не надо там пробегать. Так, тут у нас тоже, если что, ребят, заморозка есть. Надо прокачивать мага. Твою же налево. Так, где ты у меня, радость? Беги сюда быстрее. Видишь, тут как-то все плохо у нас выходит. Ну что же, вот, ребята, ледяной маг. Это будет хорошо. Ну, надо будет прокачивать вот этот скилл в обязательном порядке, если мы хотим от этого эффект, конечно же. А то без этого эффекта она вроде бы как и не маг, а так. Ждем следующую волну. Сколько там нужно? 280, ага, понял. 280. Давай мы ее, наверное, вот сюда поставим, чтобы она на ранней стадии уже бомбила. Воу-воу-воу-воу, идут хламоны. Так, 280, прокачиваем, ребята. Вот так, совсем другое дело уже будет. Но единственное, что меня не устраивает, здесь, ребята, два героя, а там у нас только один. Так, наверное, сумеречных стрелков с вами сейчас еще заклепаем. Да? Я думаю, это будет оптимально. 270 нужно нам монет. Давай. Вау, бомбическая сила. Так, можно применить заморозку, наверное, сюда. Но пока хорошо. Так, ну что, эльфы. Да-да, эльфы, темные эльфы, ребята, у нас здесь будут. И прокачиваем вот этот потом скилл на двойную атаку. Так, здесь пока все у нас под контролем, здесь все хорошо. Так, сколько там? 280. Нет, нам нужно 250, это двойной выстрел. Естественно, если мы его прокачиваем по полной программе, это будет у нас... Так, тихо. То будет второй выстрел стопроцентный, да? Как и первый. А пока... Пока лишь какую-то часть отнимаем. И надо вот здесь вот, ребята, прокачать, чтобы мы накапливали с вами энергию, да? Для массового взрыва, который дает заморозку. Кстати, я только сейчас увидел, что здесь будет 14 волн. 14 волн. Жесть какая. Так... Ну, Джейв, конечно, крут. Крут. Вот этот вот флаг, который он выставляет, который дает ему силу атаки и скорость атаки, просто имба. Причем он дает не только себе атаку, а и кто попадает в радиус этого флага. То есть та же самая Эрин, Эвелин. В общем, все. Так, давай вот сюда вот ее поставим. Отлично. Так, ну что, давай, наверное, голема. Голема давайте, наверное, ребят, с вами уже прокачивать. До огненного. Естественно, до огненного я буду. 306, дорого, конечно, стоит все это дело, но оно того стоит. Так, бомбите пока. Так, и... О! Бомбическая сила. Нравится мне вот этот вот маг наш ледяной, который замедляет просто-напросто врагов. Очень круто. Так, ну и что же, нам надо будет прокачать ему метеоритный вот этот дождь. Я думаю, что это будет имба. Так, и вот этих вот надо тоже прокачать. Лучников там мне. Без них нам никуда тоже не деться. Так, ну-ка. 298. А, ну да, раньше же стоило дороже. Мы с вами прокачали там немножко, да? Удешевили, скажем так, наших бойцов. Поэтому теперь он... Давай вот так вот сделаем. Круто. Так, ну что, следующая волна, ребята. Ровно половину, да? Седьмая волна из 14. Это классно. Так, наверное, мы еще с вами выучим призов огненного големчика, да? Чтобы он их постоянно призывал. Куда у меня там Джейф-то ушел? Эй! Джейф, вернись на место. Побежал куда-то там за экран. Так, с каждым разом, смотрите, волна все серьезнее и серьезнее. Так, давай големчика вызовем, да?
пускай он здесь будет их притормаживать. Так, и вот здесь я хотел вот это, ребята, изучить. Отлично, пока все хорошо. Так, следующую волну призываем. Идут сородичи троллей. Прикольно бомбит, да? Метеоритный вот этот дождь. Вот даже сейчас почему-то неохота делать ускорение. Все так как-то плавно и хорошо идет. Просто любуешься вот этими всеми делами, что мы тут творим. Так, голем, давай-ка мы, наверное, еще прокачаем тебе удар. Метеоритный, да? И, по идее, нужно драгунов как-то прокачать мне. Воу-воу-воу, нифига он там бомбит. Жестко, да? Так, и магичку. В принципе, ее тоже надо прокачать нам. Магический урон. Да и этих все хотел я, да? Лучников-то прокачать. Все никак до них руки не дойдут у меня. Давай, наверное, прокачивать будем уже потихонечку. Бум-бум-бум, вообще бомбит. Нравится мне вот этот вот огненный голем. Так, он тут големчиков своих, да? Маленьких. Оп, тихо. Это опасно. Потому что варги, они быстрые, они могут пробежать. И, как видите, здесь у меня никого нету на защите. Единственное, что я могу, это успеть нажать на заморозку. Так, ну что, переводим их. Давай, наверное... давай вот в этих вот. В светлых стрелков. Так, а что у них там? Стража рассвета получает 20% шанс произвести смертельный выстрел, в случае которого... врагу будет нанесен чистый урон, равный 100% его сопротивлению магии. Вот намудрили-то там. Так, что там такое происходит? Что-то за бомбическая сила. Давай, наверное, еще вот это вот выучим. Так, ну что, ребята, у нас с вами 10-я волна. Да, 10-я волна. Еще 4 волны будет. Пока стоим, пока держимся. Все довольно неплохо. Что вот это вот? Каждый выстрел получает, это понятно. Давай, наверное, все-таки вот это вот докачаем. Так, погоди-ка, а где у меня... А, она как всегда. Как всегда бегает, где ей не нужно. Также и Джейф. Также и Джейф у нас там наяривает. Так, голем, давай мы, наверное, тебе докачаем. Метеоритный удар. Просто бомбит. Земля горит. Так, и остается ему прокачать големчиков, да? А что у нас дается вот при... Так, ага, двух големов, да, вызывает? А на третьей фазе что будет? А, они еще, когда погибают эти големы, они наносят за собой взрыв. Это круто, кстати. Так, 11-я волна. Эловин опять там у нас ерундой страдает. Эй, Лухарь, ты-то куда пошел? Здравствуйте, приплыли. Ты должна тут стоять, контролировать все. Так, ну что. Все. Големов прокачали по полной. Метеоритный дождь по полной. Остается только лишь вот эту вот башню магов прокачать. Сейчас мы это с вами сделаем. Ну, так. Отлично. Эльфы стоят, ждут. Ждут команды, елки-палки, на атаку. Вау. Она копит энергию, да? Вы заметили, вот эта башня. Потом ее выплескивает в виде заморозки. Так, ну-ка, последняя фаза. Джейф, отойди, пожалуйста. Вот так-то оно будет лучше. Оу, Эловин у меня погибла там, елки-палки. Дотанцевалась. Ладно, хорошо. Ребята, 12-я волна у нас. 12-я волна. Бомбит, конечно, вообще по чернаку. Голему я больше ничего прокачать не могу. На башне мне только остается вот это вот. Прокачать по полной программе. И все. И начнем, наверное, уже браться за наших драгунов и сумеречных убийц этих. Но... Джейф, там что, замерз, что ли? Да, ребята, он замороженный был, елки-палки. Эловин, ты где у меня? Как всегда, как всегда. Так, давай следующую волну сразу призывать и прокачиваем по полной программе. Все, ребята, теперь, наверное, возьмемся уже за наших воинов. Хотя они, в принципе, не участвуют вообще в бою. Они стоят, до них даже не успеют дойти.
враги, мои вот эти герои тут просто расколбашивают их по полной программе. Так, прокачали. Отлично. Ой, по красоте. Смотрите, она еще, причем, ребята, выстрел делает, да, и отхил у нее идет. Согласитесь, это вообще имбово. Она отхиливается за каждый выстрел. Так, ну что, давай, наверное, мы прокачаем вот этим вот лунным охотником. Каждый выстрел получает 9% шанс нанести физический урон, равный урону башни, плюс 200% текущей максимальной атаки врагов. Как-то вот немножко странно, да, вот это вот. Понимай, как хочешь, называется. Ой-ой-ой, Эловин, у меня заморозили там. Так, ладно, давай сделаем сюда. А тут уже 12, да, процентов. Ну ладно, давай. А последний на сколько? А последний на сколько? На 15. Ну что же, вызываем. Ребята, последняя финальная волна. Я думаю, что здесь без босса будет все. Так что горят. Ха. Прикольно, да? Ой-ой-ой, какой там расколбас идет. Просто жесткий. Давай прокачаем последнюю, ребята, ветку. Все. Да, я до своих ближников даже, ребята, не успел дойти, на самом деле. Думал, сейчас прокачаем и все. Но, как видите, тут просто рубим их всех налево и направо. Давай, каждая пятая атака будет наносить магический урон. Это я помню. Ну, ты посмотри, что творится, ребят. Просто имба. Тролли эти просто для нас ватные. Заморозка, ой. Классно. Так, давай, супер-удар. На. Все, волна закончилась. Да, ребята? Я нас с этим поздравляю. Конечно же, продолжить. Так, что здесь такое у нас? Что я тут должен забрать? О, неплохо. Такой реворд мне дали. Так, что у нас здесь? Тоже мы что-то с вами выполнили, поэтому давайте забирать 60 гемов. А здесь у нас что? 70 гемов. Пятый день. Ага, 80 самоцветов. А здесь у нас что? Что такое у нас? Ага. По одной магии, да? А, выгодные предложения, ну это все понятно. Меч Энди. Меч Энди. Так, ну что, ребята, улучшение. Давай посмотрим, сколько у нас. 4 очка есть, и поэтому... каждая базовая атака теперь получает 10% шанса оглушить врагов на 1 секунду. Слушай, ну это неплохо, да? А тут увеличивает броню и сопротивление магии каждого героя на 25 единиц. Вот это, кстати, наверное, будет лучше. Да, будет лучше. Так, одна единица у нас осталась, да? Ну, ее никуда не потратить. Здесь у нас что? Так. Кражу жизни увеличивает. То есть я в данный момент ничего не могу, да? У меня нету очков. Почему-то, странно, главное, нету. Ну, я могу, например, разблокировать огонь. Но я думаю, что длительность эффекта. Давай, наверное, разблокируем. Так, и теперь я могу... Нет, не могу. Мне не хватает звездочек. Звездочки эти получаем, наверное, когда мы проходим на другой сложности. Так, забираем с вами самоцветы, гемы. Так, и вроде бы все, да? Ну что, ребята, пошли на 12 уровень. Ну да, а почему бы и нет? Принц Джейв тут же приказал своим войскам как можно быстрее преодолеть перевал Штормвинд. Нет времени медлить, разведка троллей скоро доложит о вторжении чужаков. И тогда нам не сдобровать. Ну, это еще надо посмотреть, кому не сдобровать. Может быть, троллям не сдобровать. Так, смотрим, ребята, карту. Наши позиции. Наши позиции, ребята. Вот это, да? Оборонка здесь будет у нас происходить вся. Так, Эловин, иди сюда. Арен, иди сюда. В общем, здесь у нас должен стоять однозначно голем. Здесь будут стоять казармы. Как ни крути, без них нам не обойтись. Так, Эловин, давай мы, наверное, тебе... Ой, Эрин, вот сюда поставим тебя. Джейфа мы поставим вот сюда. Дальше что? Ой, дальше что? Дальше очень
Сложно. Так, поставим сюда стрелков. Сюда поставим мага. Сюда стрелков. Что-то как-то... Один голем всего лишь. Блин, горелый-то, а? Я даже и не знаю, как быть-то нам на самом-то деле здесь. Давай прокачаем казармы. Хотя бы вот до третьей стадии. Драгунов. Ладно, сделаем драгунами, пускай еще. Ну что, ребята, запускаем. У нас здесь с вами, опять же, есть кристаллик замораживающий, да? Ох, елки-то палки, начинаются, ребята, с троллей. Башни у меня сейчас не прокачаны, сейчас будет все очень серьезно. Так, ну-ка, сделаем, наверное, мы... Я не знаю, ребят, давайте, наверное, вот так вот. И, кстати, вы заметили, что еще у нас не появлялось летающих юнитов, а они здесь будут. Они здесь, ребята, будут. Вот так, а это еще кто такой, ребята? Ледяной тролль-метатель. Ледяные тролли-метатели кидают тяжелые комья снега, которые могут замораживать их жертв. Так, опять же, это кузен тролля, может замораживать противников, может атаковать на расстоянии. Вот не было, блин, печали, ребята. Еще кузен тут появился. Уже со снежными комками придет сейчас, да? Значит, мне нужно, ребята, вот эту вот магическую башню как можно быстрее раскачивать. Потому что мне нужна заморозка, чтобы здесь у меня был контроль. О-хо-хо-хо, с этой стороны пойдет волна. С этой стороны, а у меня тут только лучники. Ладно. Абракадабра, это понятно, что абракадабра. Джейф, лучше бы тебе, наверное, вот сюда стать. Нет, 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 правильно ты стоял. Иди сюда, потому что тут пойдет волна. Да, башенки эти у меня не прокачаны. Вы видите, ребят, какой минимальный урон мы наносим. А тут целая куча идет. И, кстати, надо сюда Эловин тоже перенести. Потому что этими башенками мы с вами... Да ёпарсете. Так, ну-ка, сколько нам? 250 уже, да? Так, Джейф, давай, возвращайся сюда. Воу, значит... Воу, тихо! Вот, вот, вот это вот я боялся, ребят. Комками они... Бросаются, замораживают, короче. Срочно, ребята, делаем нашего мага ледяного. Вот так вот. Попробуем. На-ка, получи. Да, замораживают. Как ни крути. Сколько там у нас нужно? 280. Погнали. Хотя бы так, хотя бы первая ступень, ребят. Давай вызывать следующую волну. Так, варги бегут. Варги бегут. Джейв, давай сюда переходи. Так, по идее, вот здесь бы на... Ой, иди, 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 Эловин, уйди оттуда. Уйди! Глупая, а? Так, тут заморозка действует. Тут все хорошо пока. Вот сюда... Я не знаю, ребят, может быть... Ну, давай голема будем уже начинать прокачивать. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, ты посмотри, что происходит, ребят. Так, иди сюда. Да, я боюсь, мои эти воины здесь не справятся. Или справятся? Ну, вроде бы пока справляются. Нам нужно прокачать голема. Так, Эловин, иди сюда. Без тебя тут будет сейчас очень тоскливенько. Слушай, ну она рубит, конечно, вообще зыбано. Давай, ребят, прокачиваем голема. Сколько? 306 нужно, да? Ладно, прокачаем мы его. Идут бусурманы. Немножко ускоримся здесь, пока есть возможность такая. Башня бомбит, причем довольно неплохо. Так, понеслась, да? Сколько нам нужно? 306. Да, 306. Это чтобы его сделать огненным големом. Так, Эловин, уйди ты лучше оттуда, а? Попалась. Уходи! Нет, ребята, одолели ее. Так, секундочку, что-то тут уж слишком много. Давай огненного голема. Че он там орет, непонятно. Ну, явно он недоволен. Джейв! Так, давай применим сюда. Вот так, отлично.
и прыжок. Хорошо. Так, вызываем, не вызываем, а изучаем метеоритный дождь. Вызываем сразу следующую волну. Здесь 14 волн опять же будет. Так, метеоритный дождь мы с вами изучили. Остается только лишь големчиков, да, огненных выучить. Ну, а дальше можно будет заниматься уже, наверное, башнями. Именно стрелков, лучников наших. Молодец. Отлично. Так, вот эта вот башня вообще тут не алё, ни о чем, да? Честно, она даже не сдерживает этих варгов. Так, заморозили. Опять Эловин погибла. Быстро ее, конечно, сносят. Ну что, прокачали. Пускай големчики тут будут. Слушай, ну прикольно. Я вызываю, ребят, следующую волну сразу же, как говорится, да? Ну и давай, наверное, мы прокачаем вот здесь вот хотя бы первый уровень, чтобы он был. Чтобы она накапливала, в конце концов, энергию, которая потом делает массовый такой взрыв, заморозки. Так, Джейф, уйди. Да чё ж вы как по накатанной-то идете? Отойди ты оттуда, вот стой здесь. А здесь боссов у нас нету, да? На этой карте не будет, так что я абсолютно спокоен. Так, вот надо, наверное, прокачать здесь все-таки лучников. Сделать сумеречных. Так, ну-ка, сколько там? 150. Это нужно еще 210. Так, Эловин, опять ты у нас там попала в эту кучу, а? Давай, Джейв, бомбани-ка здесь. Ага, другое дело. Ну-ка. Блин, 270 нужно. 270 монет, чтобы... Да уйди ты, Джейв. Я не понимаю, что ты... Вот, вот так вот, отходи оттуда. Пускай они сами идут сюда. Я вызываю следующую волну. Давайте, наверное, маленечко ускоримся с вами, да? Пока вроде бы все на изи. Особо паниковать незачем. Так. Погоди, 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 погоди. Ой, тихо, 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 что-то... Что-то как-то не так все пошло. Так, сюда заморозку. Давай, 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 бомби. О, шикарно. Погоди-ка секунду, что тут? Ё-моё, вот эти вот мелкие, которые бегут, они очень противные. За ними тяжело, как говорится, смотреть, контролировать их. Слушай, уже с трех сторон побегут сейчас. Так, лучники, давайте. Двойная стрела. Еще. Ну вот, совсем другое дело. Так, а где у меня Джейв? Вот он стоит, ёлки-палки. Так, Эловин, как всегда, рванула вперед. И сразу же ее заморозили. Классно, башня сработала. Вот сюда вот что-то хочется поставить. Я не знаю, давайте, может быть, мага влепить. Или голема. Что-то вот хочется, вот руки чешутся, что-то хочется поставить. Так, 250, ну ладно, давай, выучим. Эловин, отойди оттуда. Пускай они сами сюда подойдут. Так, у нашего голема тоже, кстати, есть что изучить. Тот же самый метеоритный дождь. Так. Варги там бегут. Секунду, секунду. Как-то вот на ускорение опасно играть, на самом деле. Вот, вроде контролируешь все. Но все это быстро очень двигается, да, мельтешит. И такое впечатление, что они сейчас пробегут мимо тебя. Так, 149. Вызываем следующую волну. 185 не хватает, да? 280 нужно. 280. Так, Джейв пускай здесь пока постоит у нас. У меня тут, если что, есть, ребята, заморозка. Так, изучили. О, големчик там наяривает. Малорик, давай, наверное, вот сюда еще одного, ребят, голема поставим. Так, не пройдут? Да нет, не должны пройти они здесь. Так, прокачиваем. Я хочу сюда древесного поставить голема. Энта, скажем так, голем-энт. Ну-ка.
Сколько нужно? 306 монет. Сейчас мы это все сделаем. Здесь еще не прокачано, да? До конца. Да, в принципе, это не страшно. У нас вот тут тоже не прокачано. Так, идут, бегут со всех щелей. Так, ну что, давай вот так вот сделаем. Так, отлично, пока хорошо. Сдерживаем, ребята, вражин. Так, надо прокачать вот это вот. Пускай выкидывает своих маленьких этих корнеплодов. А эти почему не хотят воевать, а? Стоят на месте, как будто им все равно. Тогда нам надо прокачать, ребят, драгунов. Вот так вот сделаем. Так, два корнеплода там стоит. 11-я волна. Ребята, 11-я волна у нас. То есть еще три. Ёлки-палки, тут уже одни тролли идут. Сплошняком причем. Так, а это у нас что? Каждые 12 секунд бросает магический камень, который усиливает эффект отравления. Усиливает эффект отравления. Но это, ребята, если есть отравление. А у нас его, по-моему, нету. Так, смысл тогда, да, от него? Никакого абсолютно. Хорошо, давай тогда, наверное, вот этого прокачаем, да? Корнеплода. А на третьей фазе он что будет? Саженец догонит ближайшего врага и взорвется. При этом будет нанесено 400 единиц магического урона. Нехило, да? 400 единиц магического урона. Это имба. Опять Эловин у меня погибла. А все никак не набегается. Так, извините, ребята, меня немножко отвлекли здесь. Давай, наверное, давай прокачаем полностью. Чтобы у нас лучники были, ну, уже полностью прокачка, да? Здесь у нас корешок этот изучим. Да, в принципе, и вот здесь надо тоже допрокачать. Так, Эловин, уйди ты оттуда. Ну что ты все лезешь-то на рожон? Вот стой здесь и метай свои дротики. Ага, достают ее, да? Ладно, отойдем. Оу, три корнеплода. Ну, посмотрим, как они взрываются, ребят. Что-то они вообще не реагируют. А здесь полностью прокачано все. Можно вот эту, кстати, ребята, башню тоже прокачать нам. Стрелков. Хотя я хотел вроде бы драгунов прокачать. Ох, голем контролирует просто все. Все и везде. Так, 270. Я не знаю, можно, в принципе, сумеречных, наверное, да? Стражи сделать. Ну да, мы сделаем, наверное, из них сумеречных стражей. Они у нас увеличивают силу ближайших башен и усыплять врагов ближайших башен. То есть вот эту башню мы, да, усилим с вами. Хорошо, сделаем тогда. Так, что-то они как-то медленно двигаются. Кстати, это предпоследняя волна, так что переживать нам не стоит по этому поводу. Замерзните, упыри. Побежали, да? Бегут. Усыпление, да? Каждый выстрел лучника получает 25% усыпить врага. Ха. Хорошо. Пускай. А это у нас что? Увеличивает на 10% дальность атаки и 20% шанс критической атаки ближайших башен. То есть даже вот эта вот башня, да? Вон, там видно даже крит. Выпадает крит. Следующая. Ребят, последняя волна у нас. Джейф, ты что там застрял в палке? Ты посмотри, у них крит за критом вылетает. Ну-ка, давай прокачаем. И еще. Ну, нифига они тут бомбят. Нормуль я. Усыпляют, добивают. Круто. Ничего не могу сказать против. Так, и третья прокачка. Вот тебе и сумеречные, ребята. Стрелки. Ох! Погоди ты, я что-то как-то даже не заметил, что их тут чересчур уж много. Так, драгуны, давай, прокачиваемся. Джейф там стоит, как неприкаянный. Ладно, ну, все равно нормально. Да, ребята, в общем, я могу сказать одно, что здесь мы с вами прошли. Причем довольно легко, вот мне так казалось. Не было таких напряженных моментов. Так, продолжить. И что у нас тут за задание? Так, забираем все это дело. Так, улучшение. Сколько очков? 4.
уменьшает стоимость строительства и улучшения башни лучников. А вот здесь вот каждая базовая атака теперь получает 10%. Ага, вот это вот мы хотели с вами, да? Или же увеличивает кражу жизни каждого героя на 15 единиц. Нет, я лучше вот это сделаю, ребят. Так, здесь у нас понятно все. А тут мы с вами не можем ничего разблокировать, да, потому что у нас не хватает вот этих самоцветов. Это разблокировать нужно 600. Хотя у меня уже 3 звездочки есть, можно было бы потратить, но не хватает, опять же, я говорю вам, самоцветов этих. Так, что у нас по героям? Повысить уровень. Так, Джейфу, да? Или же Эловин. Давайте, наверное, Эловин мы повысим уровень. Да, хочу потратить. Так, и выучим, наверное. Так, черную метку. Да, пускай черная метка будет. 640, это следующий уровень. Будем делать, ребят, или не будем? Или все-таки ледяная стрела. Джейфу, давайте Джейфу, ребят, повысим уровень. Тут, видите, у него уже немножко осталось. И вот я хочу, наверное, флаг. На 90% скорость атаки. Это круто. Это очень круто, на самом деле. И, кстати, нам нужно с вами поменять. Вот это вот я снимаю. Для... ну да. Это снять. И вот это тоже снять. А вот это вот, естественно, ребята, надеть. Вот так вот это все будет выглядеть. Вот это тоже мы снимем. Так, это у нас нормальная атака. Тут практически какой не возьми, они все... А, восстановление здоровья. Не надо. Вот этот оденем. И, в принципе, достаточно, да? Джейф. Ну, все. Ну что, ребятушки, мы с вами остановились на 13-й миссии. Я думаю, что ее мы будем уже проходить с вами в следующей серии. Кстати, мы направляемся в какой-то лес. Казад-Валей. Так что всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.